Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и я продолжаю проходить Mutant Fighter Kubak 2. И остановился я на цветочном единороге, который у меня в прошлой серии отмудохал по полной программе. И сейчас я беру матч-реванш. Ну что же, приступим. Для начала я нажал на отражение, потому что, ну как вы помните, уж больно нехило он бьет. И я даже сделаю больше, я встану еще раз в отражение. Так, замечательно он сделал. Ты, главное, в таком же духе продолжай. А я пока буду тебя понемножечку коцать. Так, хорошо. Ну, сделай что-нибудь замечательное такое, давай. Нет, он встал в защиту. Ну, как же так, а? Ладно, мы поставим отхил, будем отхиливаться. Ну и будем надеяться, что он меня сейчас ударит. Как раз под скорпиончиком, то, что надо. Ох ты! Ребят, вы посмотрите, что он с собой сделал. Практически сам себя убил. Нам осталось только добить его. Я, наверное, знаете, что сделаю? Отравлю его. Потому что я прекрасно знаю, если он сейчас начнет отхиливаться, это будет полный финиш. И, наверное, укусим с ядом. Так, и я надеюсь, это его убьет. Ну? Ну? Ну, давай. Есть, ребята. Прошли мы этого цветочного говнюка. И продолжаем с вами следующий бой. А кто у нас там? Лучезарный Пегас. Ну, я думаю, он тоже будет не слабеньким. Так что расслабляться пока не стоит. Давай, братишка, приступим с тобой мериться силами. Так. Он как раз под скорпиончика, да? Угу. Ну давай. Давай под мое отражение, бей меня, сынок. Вот какой ты молодец, а. Да еще и встал, меня вогнал. Красота. Давай, давай, продолжай, я жду. Главное, ребята, не отдуплиться раньше времени. Так. Давайте его траванем. Потом поставим защиту себе. Так. И что нам еще дадут? Ну дайте что-нибудь хорошее. Невыгодно нам ставить щит. Давайте так сделаем. Ну, ударяй. Ударяй меня. Молодец. Я тебя хвалю. Ну что, ребята, довольно легко мы прошли этот турнир. Ух ты, я еще получил на халяву какой-то скилл. Точнее, гены. Ну что ж, давайте посмотрим. А где они у нас? Вот. Защита 5%, жизни 80%, уворот 5%. Бесплатная мутация, между прочим. Давайте, я никогда не отказывался ни от чего бесплатного. Продолжаем, наверное, ребята. И мы переходим в новый турнир. И нас ждет кто там? Ну, я-то святой, понятно. А, большеголовый енот. Значит, у нас сейчас будет енотики. Хорошо. Приступим. Ну что ж, для начала, наверное, сделаем ядовитый укус ему. Надо, как говорится, на ощупь его потрогать, что он из себя представляет. Так, ну, бьет он, ну, как обычно, со станом. Так. Практически сравнял мне жизнь. Давайте еще разок отражение влепим. Вот это ты хорошо делаешь, братиша. Вот это ты просто замечательно. Если бы ты еще под крит бы мне дал бы, вот цены бы тебе не было. Ладно, встаем в защиту через стан. И что далее мы делаем? Даже не знаю, давайте в щит опять встанем. Ну бей меня. Так. А почему он так... А, я же в защите. Тут же как, отражение срабатывает, чем больше он наносит урона мне, тем, соответственно, и себе. А так как я в щитах, соответственно, никакого урона он мне не наносит. Жаль, конечно, что так нелепо все это прогорело. Давайте с подхилом царапнем его. Что-то он там брыкается, я смотрю, пытается меня... О-хо-хо-хо, а вот это, ребята, плохо. Где мое отражение? Вот сейчас оно нужно. Ну, как обычно, нам его не дадут. Теперь, наверное, уже долго. Ладно, будем стоять в защите. Сильно пробьет, интересно? Не очень. Даже, я сказал, вообще не пробил. А вот и мое отражение, любимое. Ах, у него кончился берс. Это плохо. Ну, меня это нисколько не смущает, потому что мне ничего не дают, кроме атаки.
Ладно. Как говорится, мы еще с тобой, парнишка, поборемся. Ну что ж, застанил, ладно. А вот это вот ты замечательно сделал. Я только буду рад тебя отдубасить. Да какого лешего ты делаешь, а? Зачем же отравлять на меня? Так. Ну что, нам, наверное, только остается в отхил вставать, ребята. Давай, давай, я понял, что ты там зудишь, гудишь, пыхтишь. Мне-то надо с собой завязывать как можно быстрее. Это же все-таки первый враг в турнире. Он не должен быть таким сложным. Да, ничего хорошего мне не дали. Но смотрите, как отнимает обычный царапанье под берсом. Все, берс у него кончился. Угу. И у меня кончилось отражение. Так, ребята, надо как-то его срочно, очень срочно добивать. Давайте его травим и делаем укус. И я думаю, на этом конец ему. Да, 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 нет, а, ну да, все, все. Я аж на минутку засомневался. И следующий у нас вооруженный енот. В каком понятии вооруженный? Ну ты смотри, я там гранат на себя понавесил. Патроны. К чему он там готовится-то, интересно? К апокалипсису какому-то? Так, ладно, встаем в защиту. Так, пока держимся, пока держимся. Вот, вот это вот ты, это ты хорошо, с одной стороны, сделал, но плохо, что у меня щит. А может быть и неплохо, если бы он сейчас меня пригвоздил, было бы не очень хорошо. Ладно, я встаю в отхил. Ну, а он, смотрю, время зря не теряет. Сделал себе берсерка и под ним меня ударил. Ладно. Так, у меня есть отхил. Слабенький, но есть. Да, дали мне только атаку, ладно. Дареному коню в зубы не смотрят. Сделаем ее. Но я думаю, ударить его сейчас или нет. Да, мне придется его ударять. Как-то жизненько получилось все, ну да ладно. Дайте мне что-нибудь путевое, ребята. Так, яд, но я сделаю лучше себе отхил. Потому что яд — это бесполезно. Тем более, который мне дают. Вот, теперь мне дали замечательные вещи. А ну-ка, парень, вкуси-ка. Я ж тебя сейчас под берсом так наковыляю. Красота. Опять мне подсовывают яд, но я, наверное, все-таки возьму себе отхил. Замечательно. Так, он меня пробивает, конечно, нехило под берсом. Давайте сделаем вот эту штуку. Она очень хороша будет здесь. Так, ладно, все, хорош дурить. Надо его бить. Да что ж такое. Ну вот, давайте пинком его. Да, пинок, конечно, прошел просто изумительно. Ну, а он меня в то время начинает потихоньку разбирать. Ну, давайте встанем в защиту. А уже после этого сделаем ему, наверное, приятное, да? Укус ядовитый, вот это будет замечательно для него. Да, ничтожно мало отнимает. Совсем практически ничего. Ну, как обычно, мне ничего не дают хорошего. Что я тут могу себе позволить? Ну, давайте поставим, наверное, на атаку. А больше тут не на что смотреть. Так, опять он меня пробивает. Да, еще и траванул. Ну что же, получи стан, зараза. О, вот это уже хорошо. Так, ну и теперь давайте его, ребята, наверное, траванем все-таки. Хотелось бы ударить, но будем его травить на этот раз. Хватит с него, как говорится, шуток. Будем все делать уже серьезно. Так, ладно, потихонечку настраивать. Давайте поставим себе отражение. Ну, а теперь бей нас, вооруженный енот. Молодец, спасибо. Продолжай в том же духе. Так, да. На, получи. Будешь кусать, нет? Ну, а куда же он денется? Ну, почему-то слабо он ударил.
Теперь ставлю, это естественно. Встанем его. И после этого мы уже еще раз встанем. Ну а почему бы и нет? На 4 хода защита, я думаю, это очень замечательно. Так, и еще разочек. Замечательно. Ну, а теперь что? Нет, давайте, наверное, поставим отражение. Хотя дурак я, вот что я скажу я вам. Зачем я послал сейчас отражение под щиты? Надо было дальше его ставить. Как бы мне это не аукнулось потом, ребята. Так, он ставит себе берса. Ну, дайте мне тогда хотя бы сейчас удар. Чтобы я мог ему звездануть как следует. Ну, нет, они мне дают что? Стан. А почему так мало отнимает, а? Он же под берсом. По идее, должно хорошо пойти. Ладно, давайте повысим себе атаку. Еще один ход есть. В принципе, я должен успеть ему звездануть. Ну, и... Я жду. Да, конечно, дали они мне звездануть. Смотри, что делает, ага. Два раза меня уже отравил. Как бы здесь все это не кончилось печально, ребята. Давайте ставим щит. Надо как-то уходить в глухую оборону. Чертов енот, а? Смотри, что делает. Ай-яй-яй-яй, как это все плохо. Ну давайте защищаться. У нас другого выбора нету. Так, последний мой отхил кончился. Давайте его ядом, наверное. Может, еще раз ядку. На ядку еще раз. Два яда. Неплохая такая комбинация. Правда, мой яд, который я ему повесил, занимает очень мало. Давайте, наверное, раз пошла такая пляска. Станем его разок. Ну а теперь уходим в защиту. Так, два яда на нем висит, это хорошо. Главное теперь нам выжить. Так, ну давайте еще разок укусим. Пускай задумается. А может быть, мы его и добьем, ребята. Нет, он сейчас будет отхиливаться, это однозначно. Так, ладно, на-ка, получи стан. Яд, сделай дело свое, а. Так, ну что нам еще остается? Еще раз стан. И удар, дайте мне хороший удар. Чтобы я его уже размозжил тут. Ну да, конечно. Дадут тебе удар. Держи карман, Шерри, как говорится. А победа была так близка, ребята. Ну, в принципе, он далеко-то не ушел от этого всего. Ну, дайте что-нибудь путевое, ребята. На-ка яду получи. Это тебе так, для разминки. И укус. Так, у него последний отхил. Яд его сейчас будет долбить. Сейчас он меня, если ударит под отражением, это будет вообще замечательно. Ну что, ребята, я говорю вам сразу заранее авансом с победой нас в этом турнире. Точнее, не в этом турнире, а с этим енотом. Вот так вот. Ну, а мы, ребята, наверное, плавно перетекаем к ракетному богамскому еноту. Как вот таракана себе в жопу воткнул и думает, что он теперь деловой. Или кто это у нас? Не тараканты. Какая-то шишка. Так. Смотри, что вытворяет, а. Ну давай еще третий раз стану, ничего ж там. А он так и делает. А четвертый раз, а нет, он тут уже травит меня.
Так, давайте-ка святой щит поставим. Ну, что делает, а? Шишкотряс. Да. На, получи пинком по роже по своей. Слушайте, он, блин, отхиливается, гад, а? Ну, я-то, в принципе, тоже пока не отстаю. Давайте в стан его. По идее, там должен быть второй у нас стан. Будет, нет? Да, он у нас есть, и мы используем этот шанс. Так, а теперь что? Теперь что? Укус? Ну ладно, по крайней мере, по жизням мы с ним сравнялись. Так, давайте в отхил пойдем. Ну, в принципе, хорошо, что я поставил отхил. Смотри, что он вытворяет. Давайте, что лучше, двойной укус или двойной пинок? Получается, двойной укус лучше. Но как-то не очень это заметно. Ну, придется еще раз прописать ему пинка. Да как так-то, гад? Что ты вытворяешь? Ракетный богамский енот. Да ты запарил уже, ну на самом деле. Так, ладно, отвязался вроде бы. Ну что же, придется просто бить. Да ты запарил, ну сам-то деле уже, а? О, ребята, по ходу дела здесь мне край. Да. Хотя это надо еще посмотреть, ребята. Как говорится, святой щит меня спасет. Главное сейчас в отхил идти. Когда нужно одно, они дают совсем другое. Когда нужно другое, они дают совсем не то, что надо. Так, ладно. Будем сидеть в глухой обороне, которая у меня кончится через один ход. Ну, будем с отражением тогда находиться. Все очень печально. Да, кисло как-то. А что, больше мне ничего не оставалось. Ну, будем рассчитывать на мое отражение. Но он меня быстрее так убьет, ребята. Давайте вставать в отхил и будем отхиливаться. Другого варианта я пока не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это вот, ребята, плохо было. Давайте его срочно станет. Нам это даст какое-то время на отхиливание. Так, и теперь что? Еще ставим отхил. Может быть, как-нибудь еще и проживем маленько. Третий тогда уже отхил поставим. Че он вытворяет, козлина, а? Так, встану его, обязательно встану. Как раз мы еще укрепимся. Так, еще укрепление поставим. Ну, теперь, по крайней мере, мы непробиваемые. За исключением яда. Но все же это хорошо, чем получать люлей от какого-то богамского енота. Так, замечательно прошло. Но слабенько почему-то. Так, кончился яд. Мы ставим отражение. Конечно, это глупо отражение ставить на щит. Но другого варианта не было. Яд будет слишком мало отнимать. Давайте отхиливаться. Так, он поставил берса. Так, под берсом надо его бить. По идее, получается так. Ну что, вы мне дадите?
Так. Давайте траванем его разок. Может, еще раз травануть, а? Пускай посидит, подумает. Да, мой яд, конечно, отнимает у него очень мало. Ой-ой-ой-ой, ребята. Хотя, я же под отражением был. Ну что, ребята, я думаю, сейчас яд его добьет. Давайте поставим отражение на всякий случай. Вдруг он решит меня ударить. Хотя, а нет. Он пошел в отхил. Ну все, ребята, это его приговор был смертный. Давайте просто, наверное, нет, в защиту мы встанем. А теперь будем смотреть, что произойдет с ним. А, подождите, мы же в стан его поставили. Так, ну что, просто ударить его. Как говорится, на дорожку. На. И? Ну что же, ребята, прошли мы богатского енота. Это очень замечательно. И остался у нас бандит Полоскун. Так, что у нас тут в генах? По атаке. Такой велик соблазн поставить это все, но я думаю, оно того не стоит пока. Лучше нам, ребята, посмотреть, наверное, что-нибудь другое. Давайте здесь что-нибудь глянем. Так, увеличивает стоимость мутации. А что за мутация? Сильное отравление на 3 хода. Нет, наверное, мы сейчас это пока не будем делать, ребята. Просто потому, что ни к чему. А вот цветочек, как вы думаете, а? Так, увеличение параметров. Давайте, наверное, поставим себе цветочек, вот этот вот. Заодно откроется у нас дополнительная гена. И мы эту гену поставим. Так, теперь ставим вот эту вот росянку. Ну а почему бы и нет? Вот и чудненько. Правда, мы похожи теперь черт знает на кого. Но это уже другая история. Ну что, ребята, я думаю, здесь с этим мы закончили. И пора, наверное, продвигаться нам дальше по турниру и идти на следующий бой. И ждет нас бандит Полоскун. А мы стали кислотным когтем. О, ребят, смотрите, вот теперь он сраку точно себе таракана воткнул. Сороконожку, точнее. Так, ну что, простой удар. Больше пока нечего. Так, понятно. Встанет опять. Ой-ой-ой-ой. Ну что, святой щит. Так, пока мы будем отхиливаться, нам надо подумать, что дальше делать. А тут думать нечего. Сами все прекрасно видели. Так, хорошо, давайте станет его. И. В наших интересах как можно быстрее отнять у него максимальное количество жизни. Чтобы он тут не разгулялся. Так, ладушки. Ну что же, придется отхилиться пока. Так, еще один ход отравления остался, да? Ну-ка, выкуси-ка лазера, братишка. С критом замечательно. У ворот у меня стоит, значит, будем, ребят, давайте обновим скиллы. Просто ударим. Лишь бы он сейчас не начал критовать и отхиливаться. А остальное все будет нормально. Так, на-ка, выкуси стан. Яд с меня слез. Наверное, сделаем усиление, скорее всего, ребята, потому что хотелось бы, конечно, его ударить. Но кто знает, какие у него там карты в рукаве припасены.
Ну, теперь можно и ударить. Ух ты, причем так хорошо ударили. Давайте, наверное, отравим его. Отравим, а потом попробуем еще раз ударить. Все идет как нельзя лучше. Да, ударить вот этим. Уху-ху-ху. Ну что же, осталось только... Да, он пошел в отхил. Ну, давайте его станить. Еще один хороший удар. Двойной укус сделаем. И я думаю, яд завершит эту... Нет, яд ничего у нас не завершил. К сожалению. Но будем надеяться, что сейчас это... Да, конечно. Но, тем не менее, у него всего один ход на отхил, а у нас еще два яда будет висеть. Мы должны его затащить, ребята. Тем более с двумя ядами. Как пить дать? Раз. Два-с. Все, ребята. Поздравляю нас. Мы прошли этого бандита-полоскуна. Что у нас там по генам? А по генам-то у нас и ничего и нету, ребята. Да, вообще ничего нету. Тут тоже голяк. Ну, а до этого мы еще не доросли. Ну ладно, давайте бомбить последнего в этом турнире чувачка. Енот-бомбардир. Весь ракетами обвесился, типа крутой, блин. Он в жопу воткнул себе сороконожку и думает, что теперь ему все можно. Но начал он не хило. Ладно, ребята, будем отхиливаться. Так, он продолжает все, станет еще меня. Так, он послал берс, это плохо. Это очень плохо, ребят, сейчас ударит меня с критом. Нам только остается одно, отхиливаться. И надеяться, что он... Повезло нам. Крит слабенько прошел у него. На, сопляк. Постоянно стан у него проходит, а? Ну как так? Да, святой щит нам поможет, это точно. Даже твои криты и станы не помогут, когда у меня такая комба висит. Можешь даже не пыхтеть. Нам главное этим воспользоваться правильно. Как же тут воспользоваться, когда тебе дают всего один хиленький удар? Ничтожный, так сказать. Ладно, пока еще держимся. Ну что ж, давайте, наверное, встан его. И что еще нам дадите? Все у меня слетело. Давайте, наверное, вот этот вот. Хвост скунса. На 85%, на 3 хода. Удар неплохо должно быть. Так, хорошо, без стана все прошло. Так, поставим отражение. Вот что чудит, а? Енотишка, успокойся. Блин, почему ничего не дают нормального? У меня как раз стоит атака хорошая, а толку никакого. Так, ну что, давайте 4 укуса. И хоть бы один с критом прошел, хоть бы один. Так, ребята, он сам себя убивает. Это нам на руку. Надеюсь, он еще раз хорошенько меня укусит. Ага, конечно. Вот и слетело с меня отражение. Ну что же, давайте его ядом. И по-быренькому уйдем в защиту. Дайте возможность мне его огреть. Нет, не дают. Не дают мне такого шанса. Буду отхиливаться тогда.
Балалайку тебе, бомбардир. Так, давайте, наверное, царапнем с подхилом. Ох, как хорошо прошло. Так, ребята, все шансы есть. Ну, конечно же, он ставит себе отхиливание. Но я думаю, что мы справимся. Черт подери, ничего не дают нормального, а? Так, он сейчас будет отхиливаться. И причем неплохо. 68? Ну, это еще терпимо. Так, что у нас остается? Давайте. А, яда нету, ребятушки. Давайте под Берсом его звезданем, а? Разок. Посмотрим, как он. Ну что же, ребята, сами все прекрасно видели. С победой нас в этом турнире. Два яда дали. Ну, а я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока. Can't stop bounce.